I think the most important is just to stay focused in our team, nothing more. For sure, we're gonna analyze FS. We know they did a great season. They have a lot of good players. But like I said, the first part is to stay focused on what we have to do. Прежде всего, ЦСКА – это один из сильнейших клубов, и ФЕС в этом сезоне проявляет себя очень здорово. Так что в одинаковых условиях обе команды и играем на площадке, естественно, не своей, поэтому, как мы уже говорили, красно-синие трибуны, надеюсь, помогут ЦСКА. И, конечно, можно говорить, кто фаворит, кто нет, но, тем не менее, это финальный матч, и здесь можно ожидать чего угодно, но, прежде всего, я со стороны своей, со стороны ЦСКА могу сказать, что это будет отличный бой. Очень важен матч. Очень важен матч за нас, за ФС. Мы очень хорошо знаем, ФС очень хорошая команда. Ларкин, Мичич играют excellent, and we know the difficulties. We're ready though to go. We need this day. We watch the film. We're gonna watch again film tomorrow. So we're good to go.